утречка. И я продолжаю свой блог. Вот у меня любительница поржать надо мной. Я хотя бы молча это делаю. Нет, я хочу всем рассказать, как хорошо мы отдыхаем в Гаграх. Это пляжик. Галина Андреевна. А, это вот набережная. Немножечко такая же печальная, но зато морюшка хорошая, чистенькая, прозрачная. Еще не заныривали, но сейчас начнем, да? А еще сегодня у нас в планах съездить в Сухум, столицу Абхазии, и что-то там посмотреть. Ну а вечерочком уже вернемся в Адлер. Так что следите, будет что-то интересное. Ну, господа, проезжаем новый Афон, и вот там вот храм какой-то. Мужской монастырь. А вот, вот на той сопочке вообще. Ну, Афон, какая-то прям древняя древность. Ну, прикольность, посмотрите, какой ресторанчик. Плавучий ресторан, как у нас был, помнишь, на Сандарной? Да, поплавок. Похож, да? Ну, будка для гусей. Да, вот так делают всегда. Как-то так, а вот здесь море. Морюшко. Черное. Ну, пальмы. А вот что-то совсем заброшенное. Такое здание слева разбитое. Ну, да. Вот здесь кипарисы много, вот здесь вдоль трассы. Вот так кипарисы. Видный игрок, партнерный, его гасы сами как Титаник, да, корабль? Форма такая. Вилла, сова. На Титаник-то не особо-то похоже. Я свой инстубложик. И вот там вот у нас на горизонте Сухум. А мы тормознулись, ну, в туалет сходить, а вот прямо вот на деревьях растут гранаты. Что это не портит? Вот гранаты растут. Офигеть. Вот мы приехали на набережную Сухум. Такая арочка нас встречает. Это уже приличнее. На въезде были дома, простреленные до сих пор, хотя война 30 лет назад закончилась. Тут картины продают. Пальмы всякие разные. Пойдем на набережную. Центральный пирсик, вот доски, посмотрите, уже черные, сгнившие. Ну и почему-то никто ничего не делает. Ну вот это пляж с крупными камнями. Вот тут набережная. И туда пойдет. А тут непонятное что-то. Собака жопу себе кусает. А вот большой ананас. Вот какая-то советская постройка прям. Правда, в печальном состоянии. Разваливающиеся лестницы. Странно, это вот в самом центре, можно сказать, и никто еще вот в порядок это все не привел. Очень странно. Там, видимо, был пожар, потому что все черное. И пирсик хороший. А вот тот пирсик, на который не пускают. Ну, видите, почему не пускают? Потому что там половина опор сгнила. И они ждут, когда он сам, видимо, рухнет под чайками. Или вот отель, например, вот нормально выглядящий отель. Отель Плещ. Козыречек, зонтик. Хотели под таким побывать? Вот под этим, видимо, уже кто-то побывал. Этот еще держится. Очень опасно.
на обратном пути заехали в Афон и в мужской монастырь. Пока это вот так вот все выглядит. А вот здесь вот кипарисы стройные стоят, вот оливки растут, собаки сидят. Как-то так. Ну вот этот монастырь, вот тут такой видочек, поляночка такая прикольная. Видимо. А вон башня наверху. Чик. Там вот еще стена, вот руины какие-то, там прям все древнее-древнее. Ну туда, короче, на машине не заехать. Надо идти пешком, пешком мы не хотим ходить. Вот сам монастырь мужской. Кто туда идет, непонятно. Золотые купола. Золотые. Ну а тут вот ярмарочка небольшая. К водопаду Афона. Здесь как-то так. А это вот гидроэлектростанция. Сыркинская, 35-го года. Вот они здесь добывали электричество. Ну вот мы уже на водопаде. Что-то озерцо, больше на болотце похоже. Лужи вот. Заброшенный катамаран и какое-то вот здание опять заброшенное. В китайском стиле. Ну раз рыбу ловить запрещено, значит она здесь есть. Сейчас китай будет. Вот это зданица. Ну, похоже, это какая-то станция все-таки, потому что вон туннель и вот рельсы. Причем под наклоном. Ну, шпалы не древние. И рельсы не ржавые, знаешь, здесь ходит поезд. Но почему так все заброшено и закинуто, непонятно. В общем, в Абхазии отличная природа. Но очень обидно, что здесь можно было сделать просто рай какой-то. А рая нет. Все вот в таком убогом виде.